Привет! Сегодня я поделюсь с тобой впечатлениями от использования стиральной машины HotPoint. Рассмотрим ее ключевые функции, особенности, а также разберем все плюсы и минусы. Обещаю, будет максимально полезно и интересно. При первом взгляде на стиральную машину бросается в глаза ее элегантный и современный дизайн. Она сочетает в себе белоснежный корпус и стильную черную дверцу, что придает ей особенную изысканность. Габариты машины довольно стандартные и оптимальные для размещения в большинстве квартир. Высота составляет 85 см, ширина 59,5 см, а глубина всего 42,5 см. Весит машина чуть менее 60 кг, что делает ее достаточно устойчивой и надежной. Особое внимание заслуживает цифровой дисплей, который не только гармонично вписывается в общий дизайн, но и обеспечивает высокий уровень комфорта в использовании. Он отображает всю необходимую информацию о ходе стирки, продолжительность цикла, температуру воды и скорость отжима. Это позволяет мне всегда быть в курсе процесса и настроить машину так, как мне удобно. Не забудь проверить описание под этим видео, там ты найдешь полезные ссылки и скидочный промокод для выгодной покупки этой модели. Моя новая помощница в быту – это не просто стиральная машина, а настоящий центр ухода за бельем с широким спектром возможностей. Она предлагает 16 различных программ стирки, что позволяет выбрать оптимальный режим для любого типа ткани и степени загрязнения. В арсенале есть все – от программ для детских вещей и антиаллергенных циклов до специальных режимов для удаления устойчивых пятен. Даже холодная вода не станет помехой для эффективного очищения. Эта модель оснащена коллекторным мотором, который обеспечивает достаточную мощность и надежность при максимальной скорости отжима 1000 оборотов в минуту. Несмотря на это, уровень шума держится в приемлемых пределах – 61 дБ при стирке и 83 дБ при отжиме. Это делает ее одной из самых тихих в своем классе. Не меньше внимания уделено безопасности. Машина имеет защиту от случайных нажатий и блокировку, которая предотвратит любые попытки детей вмешаться в процесс. Также предусмотрена функция отсрочки запуска, что позволяет гибко планировать стирку в соответствии с вашим расписанием. А функция дополнительного полоскания гарантирует, что даже самые чувствительные кожи ткани будут максимально чистыми и свежими. Эти особенности делают стиральную машину идеальным выбором для современного пользователя, который оценит эффективность, безопасность и комфорт. Я тщательно изучил отзывы покупателей и готов поделиться сводкой самых важных моментов. Минусы. Химический запах при отжиме. Многовато воды набирает. Нет режима ночной стирки. Программы долгие. Нет функции выставления градусов. Плюсы. Компактный размер. Визуально привлекательно. Хорошо стирает. Вместительная. Много режимов стирки. Цифровое табло. Удобное управление. Защита от детей. Деликатный режим. Вот и подошел к концу наш обзор. Не забудь взглянуть на описание под видео. Там ты найдешь полезные ссылки на магазины и скидочный промокод для выгодной покупки. Твои комментарии и мнения о модели будут очень полезны, так что не стесняйся делиться ими. Хочешь больше подобных обзоров? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и до новых встреч!